Дмитрий, компания Мирдес. Обработка комнаты от тараканов. Прошло 30 минут с момента обработки. Ровно сутки прошло. Вы уборку пока еще не делали, да? Тут еще не прибирались. Так, тараканы. Ага. Сейчас тут тоже поставлю салочку. Где-то не видно. Полупьяные, да, говорите, они ползают? Так. Ну, тут есть. Ну да, видно, что он такой живой, но... Хотя нет, активность проявляет. Так, а в кружке дохлые есть, да? Да, угу. Они все дохлые. Еще на шкафчик. Ничего, что я не в сменке? Нет. Ага. Так. Вот и да, есть прям мертвые есть. Угу. И видно, что вот это не сухие, а вот они мягкие и такие, да, малоподвижные. Ну хорошо, я доволен, что результат есть, потому что препарат прям новый, новейший даже, можно сказать. У меня, такой только у меня, и больше ни у кого в России нету на данный момент. Ну, я к вам через недельку, Жень, еще забегу, посмотрю, как у вас будет все. Какое ощущение, что они не просто сдохли, да, на своем месте, а как будто бы куда-то убежали, попрятались. Так медленного действия, как будто бы яды. Здесь-то в шкафчике вот гляну. Ага. Блин, я тут погляжу, я тебя снимать не буду. Я просто мне для того, чтобы производителю отчитаться, как препарат работает. Чтобы, так сказать... Из первых уст все это было. Жень, сам-то как скажешь по результатам? Живых видишь, нет? Если видишь, то как, много? Вижу, но очень редко. По сравнению с тем, что было месяц назад, да. Что скажешь?
Раньше было много у тебя? Угу. Я так уборку уже делал. А, уборка. Ну, я вижу, да, что уже прибрано. Намного чище стало по сравнению с тем разом. Но у вас еще и само собой, что ты их видишь, потому что они ползают, грубо говоря, просто по коридору. И вот эти вот щели огромные, которые есть, они, дверь даже вот если закроем мы, то она, ну, не плотно абсолютно закрывается. Вот со всех сторон щели, вот здесь вот так. Все, ну вот, щели тут. Дыры такие просто, рука пролазит. И вот здесь вот тоже такие же щели, вон, такие огромные. Там просто коридор видно через них. Живых крупных в основном видишь или мелких больше? Крупных. Крупных. Ну, вот это тоже опять-таки говорит о том, что они мигрируют из одного помещения в другое, а не то, что размножаются здесь, в вашей квартире. Они мигрируют от соседей. Да, да, абсолютно правильно. Там кладовка у нее. Она там не живет. То есть, думаете, из кладовки, да, в основном больше ползут они? Так, а здесь у вас как? Поэтому, так. Тут, блин, у нас тут уже. Здесь вот. Угу. Видимо, соседи тоже не травят, какую-то грязь разводят, и вот они к вам и ползут. Если она там не живет. Угу. Ну, вообще-то, если не живет, то... Кушать им особо там нечего. Вода есть у них, это будет плюс большой для тараканов. Они там будут размножаться. Но еда им тоже нужна. Поэтому, может быть, даже там их и не очень-то много будет. Так, по роутеру тоже посмотрим. Они около раковины размножаются. Там постоянно. Да, да, вы правы, потому что там вода. Такие вот здесь еще в шкафу тоже. Смотрю, здесь очень много их было. Слушай, Жень, ну все, спасибо тебе большое за то, что свою квартиру для эксперимента предоставил. Да, видишь, и нам полезно, и тебе тоже большой плюс полезно. Ну и понятно, почему иногда люди еще все равно встречают одного-двух тараканов. Потому что вот это соседнее просто помещение. А здесь у них раковина, туалет. Тут везде все в тараканах. То есть, куда ни посмотреть, все тараканчики. И раковина точно так же. Обработка, которую вы увидели в этом видео, клиенту обошлась абсолютно бесплатно. Так как эта серия видеороликов, она снята абсолютно бесплатно для самого клиента, то есть для самой той квартиры, которую мы обрабатывали. Вот так как это происходит из-за того, что мне поставщики, производители препаратов присылают препараты на тесты, чтобы я проверил, работают или не работают препараты. Плюсы имеют от этого абсолютно все. Как я сам имею плюс для того, чтобы я мог видеть рабочий или нерабочий препарат и как он ведет себя в таких сложнейших условиях. Сам производитель тоже из первых уст получает от меня информацию на работоспособность данных препаратов и также концентрацию, в которой они работают и в которой они работают не очень. Те концентрации, которые указаны в инструкции, не всегда бывают прям идеально рабочими. Ну и также от этого имеют огромное преимущество и сами те, которым мы приходим в обработку, потом делаем обработку, либо мы сводим всю популяцию вообще в ноль, либо хотя бы колоссально снижаем численность, да, буквально минимума, процентов на 95-98 точно. Ну и, конечно же, сами соседи, которые бывают уговаривают, чтобы люди такие произвели обработки, и чтобы к соседям не лезли тараканы и клопы. В частности, как и было вот в этом случае тоже. Поэтому в плюсе абсолютно все. Будем проводить подобные эксперименты и дальше. На этом все. Дмитрий, компания Мирдес. Ну, кстати, знаете, что интересно? Практически никто из тех квартир, которых я обработал, не сказал мне даже просто спасибо. Хотя, повторюсь, это делал я все абсолютно бесплатно.